Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я продолжаю свои рассказы о башнях Кремля, Московского Кремля. Итак, сейчас вы видите вот левее. Это средняя арсенальная башня. Она еще называлась Граненная. Одна из башен Московского Кремля, расположена на северо-западной стороне Кремлевской стены. Фактически она выходит в Александровский сад. У подножия башни расположен грот, руины архитектора Осипа Баве. Башня была построена в 1493-95 годах под руководством итальянского архитектора Аливиза Фрязина Старого. Интересно, что ранее на ее месте располагалась угловая башня старого белокаменного Кремля времен Дмитрия Донского. Высота средней арсенальной башни составляет 38,5 метров. Она имеет лаконичный и элегантный внешний вид. Четырехгранный объем башни вытянут вверх и украшен с наружной стороны двумя плоскими вертикальными нишами. Нижний четверик завершается парапетом с мошекулями, навесными бойницами для вертикального обстрела и декоративными ширинками, квадратными углублениями. Венчает башню, настроенный в 1680-х годах, четырехгранный каменный шатер со смотровой площадкой. На вершине установлен небольшой позолоченный флажок-флюгер. Изначально башня называлась Граненная ввиду расчлененного на грани фасада. Свое современное название среднеарсенальная башня получила в начале 18 века, когда вдоль внутренней стороны Кремлевской стены между Троицкой и Никольской башнями был возведен арсенал. Средняя арсенальная башня Московского Кремля выходит в Александровский сад напротив манежа. Добраться до нее можно пешком от станции метро «Охотный ряд», библиотека Ленина, а также Александровский сад. Ну вот так вот коротко я вам рассказала про среднюю арсенальную башню. Сейчас вдали, там вдалеке вы видите угловую арсенальную башню. Но это уже история для другого видео. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья, благополучия. И жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до свидания, до встречи на моем канале.